рыжик, без блондинки, потому что у меня впереди небольшая поездка, куда я лечу одна. Так как я лечу с друзьями, блондинка осталась дома. Я уже доехала до аэропорта Шереметьево, Шереметьево-С. Вылет у меня Аэрофлотом в 8 утра. Вот. Лечу я в Анталию на пару дней с друзьями. Такая спонтанная поездка, незапланированная. Ну, в общем, сейчас буду регистрироваться на рейс, потому что у Аэрофлота онлайн-регистрация по техническим причинам была отключена. В общем, поэтому пришлось приехать в аэропорт заранее. Аэрофлот напугал вообще, что в аэропорту будет много-много людей. Но что-то здесь так пусто, вообще жесть. Так, стойки Аэрофлота. Везде там 8 утра Анталия, вон в самом первой стоит. 8 утра. Ну-ка, еще раз проверяем, какие у меня стойки регистрации. Так. 406-430. Анталия. Регистрация на рейс заняла 2-3 минуты. Это самая быстрая регистрация на рейс. Ну, не знаю. Может быть, в Шереметьево, конечно, мы когда вылетали из Внуково, там людей было гораздо больше. Здесь, конечно, практически никого нет. Ну, либо потому, что рейсы здесь, конечно, меньше вылетают. Ну, либо рейс у меня такой, что людей еще очень мало. В общем, сейчас пойдем проходить таможенную службу и дьюти-фри. В общем, либо это так в Шереметьево, на международных рейсах всех проверяют, но как-то во Внуково все проходилось гораздо быстрее. Нет. Людей никого нет, может, по этой причине все очень быстро. Но, я не знаю, у меня паспорт на таможенном контроле с линейкой проверяли. Типа из серии, наверное, размер головы в паспорте на фотографии сходит с размером головы вне паспорта. Я уж не знаю, ну как-то прям давно таких проверок не было. Что-то прям как-то вот здесь прям досконально. Откройте, покажите, расскажите, а что это? Ну, в общем, ладно, все прошли, идите фри. Заходим в duty free. Смотри, здесь есть вода. Прям вот здесь по 1 евро. Кому нужно взять? Пойдемте пройдемся по духам, посмотрим, что есть. Я вам стоимость покажу. А вы там уже сами смотрите, что вам больше нравится. Недавно мы с вами были во Внуково, недавно были в Анталии, смотрели цены. Теперь пройдемся здесь. Времени у меня полно. Я даже не ожидала, что я так приеду рано. Поэтому могу полностью пройти и посмотреть. В общем, ароматов здесь очень много. Кстати, прям выбор нишевый такой по парфюмерии очень-очень хороший, я бы сказала так. Если кто-то обожает различную нишевую парфюмерию, но Шереметьево, конечно, это рай. Не знаю, что по цене, потому что я не все духи нишевой парфюмерии переношу, но я вообще к духам отношусь очень так. Специфически, поэтому вы уж сами смотрите и оценивайте, насколько эта цена вам подходит. Кинзо. И людей вообще никого нет по сравнению, конечно, со Внуково. Во Внуково ночью это ад. А здесь гуляй, не хочу, никого нет. Так, это Гуччи. Даже интересно, песня Розы. Сколько у них стоит? Я не вижу. А, вон они, цены. Мне очень нравится этот аромат.
Ну, такой вот. Иногда мне люблю им побрызгаться. 423. Надо посмотреть, сколько это получается в рублях. Казалось, что он раньше дешевле был. Хотя я могу ошибаться. Dolce & Gabbana. А. Burido, Byredo. Все по-разному называют. Цена. Дошли мы до Шанель. Шанель номер 5. Так, интересно, а Eau de Premiere здесь есть? Мадемуазель. Ой, где-то, конечно, есть, но не вижу. Цены. Как вы это сами видите, на ароматы Шанель. Косметика. Лосьоны. Теперь пройдемся по алкоголю. О, Глендфиддих. Это почему-то я себя называю Глендлевет. Так, ну не то, где он? Ну, вот 15-летний. 92 евро. Есть эти маленькие бутылочки, если кому-то нужно. Так. Посмотрим, что здесь, какие есть виски. Мандора тоже здесь есть. Шампанское на Мандора. Сейчас скидка 16 евро. Джек Дэниелс, кстати. В том числе и яблочный. Яблочный Джек Дэниелс 41 евро. Я потом посмотрю, сколько в Анталии все стоит в аэропорту. И вам сюда напишу для сравнения. Да, сейчас, конечно, я цену так не помню, но напишу. Так, это все крепкий алкоголь. Это все, конечно, отлично. Есть очень много ценителей крепкого алкоголя. Я не спорю. Но... мне нужно вина и шампанское. Ой, какая прелесть. Это тоже что-то, видимо, крепкий, да. Ну, я такое не пью. Так, шампанское и вина. Где вы? Вон они, папа. Вот. Я вообще практически сейчас не употребляю, потому что организм... О, икра. Баночка 160 евро черной икры со скидкой. Красная икра по 90 евро. А вот мы пришли к стойкам вин. И вот здесь надо бы подумать, потому что мне нужно в подарок бутылочку хорошего вина, а я в нем вообще не разбираюсь, либо бутылочку хорошего шампанского. О, даже есть маленькие вот такой, вот такие бутылочки я вижу впервые. Во Внуково я таких бутылочек, честно скажу, не видела. Так, как интересно, реально прикольные бутылочки, маленькие такие. Мартини, тоже покажу вам цены. Пошла я выбирать шампанское либо вино. А, апероль. Последний, наверное, покажу. Апероль 23 евро. Есть даже маленькие бутылочки, которых не было во Внуково. Представляете? Прям даже обидка. Во Внуково я хотела очень выпить, а сейчас нет. Все, выходим из Duty Free. И идем в сторону... выходов на посадку. Хочу попробовать зайти в бизнес-зал, посмотреть, сколько он стоит. Здесь объявляли, всех приглашали за дополнительную плату, по-моему, 2500, если я правильно услышала.
заодно позавтракать, выпить кофе, ну и дождаться посадки на рейс. Бизнес-зал Шагал. Если я правильно понимаю, нам сюда. Да, вот. Специальная цена 2500. Спустились на лифте, заплатили. Вижу сразу вход в туалет. И вот такой вот бизнес-зал с видом... О, аэрохоккей. С видом на взлетно-посадочную полосу. То есть найдем себе какое-нибудь удобное местечко. Слип-бокс, спальная комната. Какое-нибудь красивое, удобное местечко хочу найти. И посмотрим, чем нас здесь будут кормить. Так. Станция чай-кофе. Какие-то пирожки, наверное, я бы всем. Бутылочки с водой, правда, очень большие. Есть сок апельсиновый, есть компот, есть томатный и яблоко. Сладкое. Кетчуп. А, кетчуп, горчица. Сметана, сливки, молоко обезжиренное. Какой-то салат с крабовыми палочками написано. Меню игристый хрен. А это, наверное, то, что дадут плату. Сэндвич с ветчиной, сэндвич с хумусом. Дальше. Пирог с капустой. Яйцом, сыр, колбаса, ветчина, хлеб. Геркулесовая каша на воде. Только там она пустая. Зашибись. Отличный бизнес-зал. Пусто. Может, здесь вот они, эти маленькие бутылочки, лед, наверное, здесь же свежевыжатый сок могут сделать. Кстати, только я не вижу, здесь есть свежевыжатый сок. Розовые вина нет, здесь так нам все это по напиткам больше. Да, вина. Вина, вина, вина. Круассан, пирог с яблоком, с корицей. Диетический хлеб, в общем, тоже с самой стол. А, вот, люля, кебаб из курицы. Ну, симпатично выглядит. Рис басманти отварной. Птитим с овощами. Дальше. Печень куриная с луком фри. Суп с фрикадельками и суп лапша. Ну, там, конечно, суп лапша не особо уже осталось. Но с фрикадельками еще супчик есть. И салаты. Морковь по-корейски, свекла с яблоком, дайкон, салат пекинский, перец, сельдерей, помидоры, огурцы. Ну и также нарезка. А здесь у нас алкоголь, который можно использовать бесплатно. Вышла я из бизнес-зала, уже иду на посадку, где гейт. Конечно, еще... А, вот 129-й. Сейчас рядышком. Его, конечно, еще не объявили. Сейчас должны вот-вот объявить. Но народу в аэропорту стало поболее, прям так. Хорошо поболее, я бы сказала. Даже неожиданно поболее. В бизнес-зале так вообще мест свободных не было. То есть я пришла, там было пусто, я вам показывала, а сейчас просто яблоку негде упасть. Так что вот так вот. Ну все, иду на посадочку. Ура, ура, наш рейс объявили, довольно-таки все быстро, без всяких-то очередей, просто. В общем, я иду в самолет. На этом видео и Шереметьево с вами я заканчиваю. Желаю вам всего самого хорошего, конечно же, крепчайшего здоровья, но и хорошего настроения. И помните, что хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Пока-пока!